Первая книга Паралипоменон, глава 29. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра. И его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского, и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах. Для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа? И стали жертвовать начальники семейств, начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя. И дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехиилу, герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: «Благословен ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века! Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое! Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий! И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Потому что странники мы пред Тобою пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день: 1000 тельцов,
1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида первые и последние описаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца. Равно и все царствование его и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем, и со всеми земными царствами.